Если цилиндр находится сзади, тормозной, тогда качать нужно переднее, правое. Я пошутил. Дисбаланса не будет, качай давай. Качаю. Держу. Есть воздух. Качай. Держи. Опять есть. Качай. Держи. Держу. Все. Сейчас. Держи пока. Супер. Так, сегодня у нас замена главного тормозного цилиндра. Здесь у нас свой тормозной цилиндр фирмы ABS. Стрёмное название для тормозов. Резиночки есть? Да, резиночки есть. Это очень радостно. Наш был из облегченного чугуна, а этот из утяжеленного чугуна. Но этот светлый был, как алюминий, а этот черный, как чугун. Качаем. Стоп. Если вы меняли главный цилиндр, установили его, трубочки наживляете, чуть-чуть приотпускаете, ну, чтобы трубочка свободна была, и ждете, пока потечет самотеком. Если жидкость потекла самотеком, значит, все установлено правильно. Если у вас шток, ну, по какой-либо причине вылазит больше, чем надо, манжетик перекрывает отверстие забора жидкости из бачка. Вы будете качать до завтрашнего утра. Это у вас как бы контроль. Жидко бывает, что можно... Я поменял главный прямо на разборке свой. От Pajero Sport 2016 года поставил на Lancer 107. Я прокачал только здесь. И на первом же перекрестке чуть не поломал грудину об руль. На латовке. Потому что я привык ездить лет 5 с третьего качка, и то не всегда. То есть прокачивать нужно сначала здесь. Потом там. Ты хочешь сказать, что мне сейчас пристегнуться нужно будет? Ну как? Огонь. Кирилл, смотри, у тебя на левом колесе заднем была заглушечка штуцера. И на переднем левом. Значит, чтобы не было дисбаланса, возьми, поставь на переднее правое. Да, после этих мастеров потом доделывай.
Дима Ибрагимов, у которого 30 лет назад учился работать, в таких случаях говорил, на этом этапе работ, деньги с клиента, машину нафиг. Жужа, а что мне теперь делать?